Наконец-то этот день настал, и у меня все готово для того, чтобы анонсировать платную подписку на наш закрытый образовательный канал Soho Channel. Механика очень простая. Есть подписка за 350 рублей и за 550 рублей. За 350 рублей вы попадаете в лучшие друзья Алина Т. Три раза в неделю вам становятся доступны свежие актуальные разборы на тему бизнеса из рубрик «Как продать», «Как открыть», «Что пойдет», «Упаковка», «Бизнес-линч», «В чем проблема» и так далее. Что касается бесплатного аккаунта Алины Теллинг, то мы заметили, что такая плотность экономического контента не всем интересна. Он достаточно тяжелый в потреблении, чтобы каждый день это смотреть. Поэтому здесь плотность экономического контента будет ниже раза в 4, чем в платном аккаунте, куда мы будем готовить материалы отдельно. Ну и теперь самое интересное – это подписка за 550 рублей, которая дает доступ в закрытый образовательный аккаунт Soho Channel. 550 рублей вы получаете полный архив какой бы то ни было полезной информации, которая когда-либо была в моем блоге, с удобной системой навигации по тегам. Кстати, многие хайлайты из этого блога переедут туда. Совершенная бомба! Для тех, кто оформляет годовую подписку на Soho Channel, все отраслевые вебинары, которые когда-либо были или будут в моем блоге, для вас бесплатны. Если вы оформляете помесячную подписку, то для вас все вебинары, и бывшие, и будущие, со скидкой 20%. Еще одна крутая плюшка для подписчиков за 550 рублей – это прямые эфиры от меня и от Миши в закрытом аккаунте Soho Channel. Также у пользователей подписки за 550 рублей есть уникальная возможность попасть на разбор ко мне и к Мише, если вы отправите вот по этому шаблону свой запрос в директ Soho Channel. И свой контент-план мы будем выстраивать с учетом ваших запросов. В общем, мне остается только сказать, что с сегодняшнего дня мы готовы к приему заявок на подписку здесь по свайпу и на всех предыдущих историях по свайпу. И годовая подписка на 20% выгоднее, чем платить помесячно. Увидимся на Soho Channel. Сегодня в рубрике «Упаковка» кондитерская в городе Симферополь специализируется на ПП-десертах. Рядом два университета. Меня часто спрашивают.